have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! И сегодня мы находимся в добрососедстве. На самом деле, Neighborhood of Roblox, как вы видите. Так, куда мы хотим заспауниться? Что там студент говорил? Давай студентами будем. Хорошо. Выходи на улицу. Чё у меня такое лицо грустное? И у тебя тоже. У меня нету грустного лица. Ты посмотри над своим именем. Да. Что? На самом деле, вот это лицо, которое вот тут сейчас, такое же лицо, которое на моем персонаже, suspicious, подозрительный. Я не знаю почему. Поехали. Что? Точно, блин. Залезай наверх. А как? Там лестница. Точно. Опа, садимся. Вези! Мы ем шеппицы. Сразу тележку в машину, да. Вот. Ребят, что здесь нужно делать и в чем фишка этой игры? Здесь нужно просто жить. И это очень крутой симулятор жизни. Здесь нету каких-то квестов. Да, здесь бывают всякие секретки, всякие ивенты, но здесь нет каких-то квестов, здесь не надо мчаться, что-то выполнять, что-то делать. Здесь можно просто жить. То есть у вас есть свой дом. Вы подъезжаете, когда вы загружаетесь в эту игру, вы подъезжаете к любому свободному дому, загружаете туда свой дом с мебелью, со всем. Можно поехать в магазин, купить лимонадика, приехать домой, положить его в холодильник. Можно взять машину и просто гонять по городу, желательно по правилам, иначе к вам подъедут полицейские и попросят поздороваться с ними. Они здесь вам ничего не сделают, здесь нет насилия практически, нету жестокости, нету ничего плохого. Здесь просто спокойный такой райончик с магазинами, пиццериями, забегаловками, интересными машинками. Можно работать водителем автобуса, получать деньги можно абсолютно по-разному. Мы приехали или нет? А? Ну, мы выбираем дом. У меня подтормаживает, если что. Йо, я вижу дом. Я вижу дом, который нам нужен. Кстати, вот таких подтормаживаний раньше не было. Это я не знаю, что сейчас происходит. Возможно, связано с тем, что я еду не на своей машине. Возможно, ну, то есть, получается, что это машина другого игрока, и когда я в ней нахожусь, возможно, происходит синхронная подгрузка. Так, ты себе забрал этот дом, теперь это твой, да? Пойдем, показывай, что у тебя есть внутри. Погоди, нужно его оборудовать. Вот, можно подойти вот так к человеку. И... Ты хочешь меня поднять? Да, можно вот так вот таскать. Все, брось. Нажми на меня. Вот, все. Вот, очень, здесь очень богатая интерактивность, то есть можно делать очень много чего. Можно, вот, например, сфотографировать кого-то. Можно посидеть в ноуте, поработать в нем. Да. Можно рыбку половить, можно покушать, можно сделать кучу всего. Итак, дом. Мы расставляем мебель. Расставляем мебель, тут есть холодильник. Тут у тебя уже такой здоровый холодильник. Нифига себе. Да. Ты туда можешь влезть. Ага. Фишка в том, что можно абсолютно все включать. То есть всю эту кухонную утварь, все это можно включать, открывать. Видите, оно все работает. Все шкафчики можно открывать, туда можно ложить продукты, реально можно, мы с вами после этого, так, тостер можно включить, печку можно открыть тоже, все открывается, все работает, все так, как и должно быть, за ручки все дергается, в общем, это идеальный такой, ну, не кукольный домик, я даже
Не знаю, как вам это сказать. Тут, кстати, да, можно посидеть, телек посмотреть. Телек в пультом включается, да? Да, по сути. Да, вижу. Короче, тут есть всякие примочки. Вот насчет дома есть пульт от телека, то, что можно строить. Я здесь строить ничего не могу, потому что этот дом не мой. Кстати, тут есть вот эмоции. Маленькая проблема, я не могу впихнуть сюда мою машину, тележку. Ну, смотри, что получается. Я вижу. Можно чихнуть, помахать рукой, тыкнуть пальцем, сказать нет, сказать да. Причем, послушайте звуки. Yes. No. Это очень прикольно. Можно лечь спать. Можно валяться без сознания. Можно просто сидеть на траве. Можно радоваться и прыгать. Эмоций на самом деле очень много. А вот, это очень круто. Тут есть танцы. Можно вытворять всякие штуки. Есть действия, есть эмоции. Можно злиться. Можно озадаченно чесать голову. Можно быть в шоке. Тут это продумано все очень классно. Здесь также есть автомобили, которые можно покупать, которые можно брать бесплатно. Выбор автомобилей довольно большой. Есть седаны, грузовики, есть рабочие автомобили, есть грузовые автомобили, есть фургоны, есть мотоциклы, есть специальные автомобили. Как, например, бронированный фургончик с мороженым. Также есть ковер-самолет. Да. Итак. О, а вот, собственно, и ковер-самолет. Как ты его сюда загнал? Просто взял, открыл гараж и загнал. Можно, опа, посмотреть телевизор, посидеть. Итак, передают погоду. Погода будет очень жаркой. Вот. Также можно посмотреть новости, можно посмотреть разные каналы, посмотреть там настроечки. Котиков не показывают, не видел? Не видел. Не, жалко, я бы посмотрел на котиков. Поехали смотаемся в магаз? Поехали. Давай. Музыка. Звуки. Да. Тут можно... О, репортаж какой-то показывают. Что ж, я думаю, нужно пойти шопиться. Шопиться. Так. Но для этого нам нужна другая машина. Так. Открой дверь. Это просто не мой дом, поэтому здесь у меня здесь нет власти. Я не могу открывать двери, гаражи и всякое такое. Если я заявлю... Ух ты ж, ну да, в магазин-то только на этом мы поехать можем. Здесь можно также... Так, блин, да я... Отъедь! Можно работать. Можно работать на продаже тако, на продаже мороженки. Можно купить свой грузовик и просто ездить по району, и к вам будут подходить другие люди, и реально у вас что-то покупать. То есть, когда ты нажимаешь на человека, там есть опция, например, перечислить ему деньги, или еще что-нибудь такое. Это такой... Все на честном слове, ты просто даешь человеку мороженку, он просто дает тебе 5 баксов, и все хорошо. Так, куда мы поедем, в какой магаз? Думаю, магаз, который сверху. Ну да, тут у нас внизу долина, в которой находятся дома в основном, а магазины и всякие сервисные службы находятся наверху, поэтому мы сейчас, естественно, поедем туда. Вот кто-то тут на лимузине катается. И мы в него врезались, потому что... Потому что гладиолус. Не обязательно ездить на таких экстравагантных тачках. Это просто так уж получилось, что у нас они есть. Тут есть машинки гораздо попроще. На них интересно тоже, кстати, ездить. Механика вождения здесь очень приятная. Футопия. Полезная еда. И... Полезная еда, говорят, да? Да, так полезная еда. Тут делают чипсы. Чипсики, шоколадки. Вы посмотрите на этот Twizz, или на этот Rick-Cut, или на этот N&M's, Skootles, Hashes, Doritos и Lay's. Ну, то есть, ребят, вы все можете понять, к чему все эти отсылки.
Вот это вот я, кстати, не знаю. Тут я так полагаю, что вещи как бы больше из американских супермаркетов, поэтому Лайс классические. Вот то, что касается бумажных полотенец и всякого такого, я не могу ничего сказать, потому что я не оттуда, как вы понимаете. Domes, Dome Cereal, это у нас хлопья. Oreos. Я уже взял хлопья Oreos. Так, шоколадное молочко. Обычное молоко. Тут у нас всякие... А, это соки. Это вот... А, вот шоколадное молоко. А, это в маленьких банках, это в больших банках. Тут есть йогурт. На нем так и написано. А ты кто такой? Блин, я не знаю, что это за консерва. Так, газировка. Да, там есть холодильник с газировкой, что мне очень нравится, кстати. Тут есть замороженная еда. Есть пиццероллы. Есть мороженки. Дели. А, фиш стикс, это рыбные палочки. А это наггетсы. Все это замороженное, все это так. Cream Street, чоколад. Это, я так понимаю, мороженое. Тут есть пиццы замороженные. Газировка всех видов. One Up. One Up. Не Seven Up, а One Up. Ну, короче, для тех, кто, да, в теме. Поп. Тут крипсы. Ну-ка. Я взяла оригинальные крипсы. Крипсы со вкусом пиццы. Кстати, ребят, чтобы вы понимали, что здесь происходит. Сейчас, минуточку. Пойдемте. Вот тут есть пакетики с шоколадным молоком. Можно за 11 купить себе. То есть у вас расчет проходит моментально. Деньги с вас снимают сразу. Можно купить... И теперь можно попить шоколадного молочка. Любой этот продукт можно купить и съесть. И это офигительно. Так, что у нас здесь есть? Я покупаю мука, все подряд. Мука, соль, бейкинг-сода. Да, это сода для выпечки. Тут есть суперсвежие замесы для тортиков. Блин, и что здесь еще есть? Послушайте, это офигительная музыка. Она здесь очень такая теплая, домашняя, успокаивающая. Не знаю, это просто суперски. Crisps Original. Ну, вы поняли, на что отсылка с вот этими чипсиками. Оу, я это не хотел делать. Тут есть у нас, кстати, рыба. Это все можно купить, напоминаю. Любую эту вещь можно купить. Здесь есть рыба замороженная, большая, маленькая. Здесь есть креветочки, здесь есть соломон, он же лосось. Я тут купил лучшую половину магазина. У меня 16 еды в инвентаре. Курица, кстати, да? Кстати, курица целиком для зажарочки, куриные ножки. Свиных крылышек не будет. Здесь у нас есть всякие мясные вырезки. Вот еще тоже куры свежие. Банан. Тут сыр. Вот, очень большой выбор сыров и... Блин, у нас сегодня прямо гастрономический выпуск. Тут есть яблоки, бананы, извини, не знаю, кто ты, виноград, лимон, другие яблоки, апельсины, ананасы, арбузы, брокколи. Просто реально дофигища всего. Вот тут есть, тут, по-моему, прям акулы продаются, нет? Да, это можно купить. Где все ты? Это можно купить. Стой. Что я такое? Так, я отдай мне твиз. Ты его уже надкусил. Есть, у меня появился твиз. Я могу съесть твиз. Я думаю, то, что нам нужно уже и запить его шоколадным молоком. Пошли кидать все штуки, которые мы нашопили. Можно еще, наверное, съездить в забегаловку рядышком, показать, как здесь выглядит фастфуд, потому что здесь есть здоровая еда. И угнали мы нашу машину. Да. Если ты еще заспавнишь, она исчезнет у тех людей. Да. Так, если кто-то угоняет вашу машину, вы можете просто ее перезаспавнить, и у тех людей она исчезнет, появится у вас обратно. Ты отсюда хочешь ехать? Как мне кинуть эти вещи? А, да, вспомнил. Так.
Какой кнопкой кидать? Backspace. Так. Не вставай, эти вещи могут упасть куда-то. Так я же тоже хочу свои вещи-то кинуть. Просто нашапились и кидаемся в тележку. Нормально. Реализм сотый левел. Самое главное, чтобы вся эта еда не упала потом. Чтобы у нас не угнали эту машину с соседней едой. Поехали, заедем в какую-нибудь забегаловку сейчас. Сейчас. Что у нас есть поблизости? Есть... Арбуз упал. Все упало! Отгоняй машину, подымать буду. Сейчас. Оно падает. Я все поднял. Нет. У меня закончилось место. Иди сюда, подбери оставшееся. Сейчас. Почему я не могу... точно. Сейчас. Подбери оставшиеся продукты. Я вот так, беру. Все. Пойдем. Все. Короче, это была так себе идея. Нам нужно было еще взять крипс. Возьми бутылку содовой. Все, взял. Все, пойдем. Отъедь чуть-чуть. В общем, да, высыпать все это в тележку была не самая умная идея. Заспавни ее заново. А, нет, ой, нормально. Стой! Окоянный. Так. Да стой ты. Стою я. Опа. Поехали, заедем быстренько какой-нибудь фастфуд покажем ребятам, чтобы они знали, где они могут перекусить, если они не умеют готовить. Вот хотя бы же, где у нас тут что-то интересненькое. Какой-нибудь Бургер Кинг или что-нибудь. Это не реклама. Например, как он тут называется? Way. Стой. Бургер Вэй. Бургер Вэй, да, вот поехали в Бургер Вэй. Поехали в Бургер Вэй. Со своей едой, наверное, сюда не пускают, поэтому кукурузу сложу в карман. Тут можно на драйве взять и купить что-то. Там есть это драйв, да? Да, тут есть вон свадебная комната для женщин и для женщин в платьях и мужчин. Я шучу, это туалет просто. Да, тут можно взять стаканчик, купить стаканчик и набрать себе любого лимонада, который видели в магазине, только на разлив. Здесь можно заказать себе менюшку из бургеров. И они все стоят, смотрите, они все стоят по 3, по 5, по 6 баксов, недорого совсем. Вот, можно заказать себе луковые колечки, шарики, звездочки, сосиски, фри, все, что хотите. Так, ладно, это мы по-быренькому посмотрели. Кстати, тут довольно уютно сидеть и кушать. Теперь все, давай съездим домой, закинем все в холодильник, да. Либо на ковре самолете. Либо мы можем взять мороженки. Либо мы можем взять мороженки. У меня просто полный инвентарь, поэтому я бы такой, чтобы съездить домой сначала. Включи фары. Опа! Как вам? Ковер-самолет с полным электропакетом. Правда, когда он едет вперед, у него такое ощущение, что он летит назад. Такой пик-пик-пик-пик-пик. Да. Так, это почти наш дом, это просто немножко не наш. Почти наш, просто немножко не наш. Да. Логика. Зачем ты ломаешь все? Мы же спокойно, мирно живем. Я же не умею ездить. Ну правильно, откуда у кота права? Я же кот. У тебя как раз холодильник здоровый, все должно влезть. Да. Надо сначала открыть холодильник. Там ручки есть сейчас. Ручки? Нашел ручки. Их нащупать надо. Так. Арбуз. А как я их ложу, а не бросаю? Не напомнишь мне? Нужно сначала бросить эти штуки и потом немножко отойти, нажать на них кнопкой мыши левой. Ага. Так, получается, все продукты надо сначала сбросить. Давай, я сбрасываю, ты складывай в холодец. У меня тоже есть продукты вообще-то. Нету.
Блин, ты взял рыбу, ты ее готовить что ли будешь? Нет. Переводишь? Я взял еще креветки. Переводишь понимаешь, мне просто слишком много денег, я покупаю себе подряд. Вот так вот люди, у которых много денег, понаберут хавчика и потом не едят его, и продукты пропадают. Пицца! Так, складывай все в холодец. Стейк. Курица. Стой, ты что-то как-то... Да, правильно все, правильно. Вот тут надо сюда положить. Зачем я хотел положить чипсы в холодильник? Холодные чипсы всегда вкусные. Так, а теперь нужно еще положить твиз. Ну ладно, а теперь я кидаю, а ты... Твиз я заберу. Он не хочет кидаться. Кто? А, вот, теперь кидается. Поставим все на дальнюю полку. Это, кстати, мое шоколадное молоко. Я его уже почти допил. Там осталось чуть-чуть совсем. Твиз положим сюда. Не-не-не, мои луковые колечки я уже возьму лучше. Вот, короче, мы съездили в магаз, загрузили холодильник. Можно что-то положить сюда готовить, можно что-то положить в духовку. А пока что, пока там все готовится, можно посидеть, посмотреть вон прогноз погоды. Почему нет-то, собственно? Я пойду готовить рыбу на гриле. А вот, а пока наш кот готовит нам рыбу, мы, наверное, с вами попрощаемся. Но я очень хотел бы, чтобы вы заглянули в эту игру, потому что здесь офигительно, здесь спокойно, хорошо, уютно. Нам здесь нравится, и очень надеемся, что вам здесь тоже понравится. На этом пока все. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.